12 октября наш край отметит 323-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества. На сегодняшний день Кубанское казачье войско – одно из самых структурированных казачьих войск России, насчитывающее в своих рядах свыше 50 тысяч казаков. Из них более 40 тысяч взяли на себя обязанности по несению государственной службы. В состав Кубанского войска входит 8 отделов и 1 округ, охватившие территорию 3 субъектов Российской Федерации – Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, а также Абхазии. В нашем районе в состав районного казачьего общества входит 16 станичных и хуторских казачьих обществ, в которых числится около 2000 казаков. Казаки принимают активное участие в охране границ и общественного порядка, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Праздничные мероприятия по случаю Дня кубанского казачества в этом году пройдут в Темрюке на главной площади около здания администрации. Начало в 12 часов. В плане мероприятий – молебен, торжественная часть с награждением казаков казачьих обществ, а также прохождение парадных расчетов торжественным маршем. Будут работать выставки, мастер-классы, выступать казачьи ансамбли. Приглашаем казаков, членов их семей, а также всех жителей края принять участие в торжествах по случаю Дня кубанского казачества.